Вітаю в ефірі телеканалу Репортер Студія з вами Крістіна Черновалова. І сьогодні ми поговоримо про пологові будинки та як вони працюють під час червоної зони. До нашої студії сьогодні завітала депутатка міської ради та головна лікарка пологового будинку номер 1 Ірина головатюк із Впорська. Вітаю вас. Добрий день. Отож, з 23 березня у нашій Одесі знову червона зона. Як працюєте та які є особливості роботи пологових будинків? Безусловно, каждый стационар города работает в рамках соблюдения всех санитарных норм в условиях вот эпидемии, в условиях пандемии, которая у нас происходит. Тем более мы находимся сейчас в красной зоне, поэтому... То есть опасность максимальная и осторожность максимальная. Родильный дом работает в штатном режиме, мы иначе не можем. У нас в день происходит 10, 12, от 8 до 12 родов в сутки. Поступление до 30 разных видов. Это гинекология, отделение патологии беременных, потому что, потому что проблем много и сейчас весна и для беременных женщин это угроза возникновения различного рода токсикозов или гистозов позднего срока в поздних сроках поэтому достаточно большие поступления беременных мы проводим в приемном отделении во- первых все коллектив одет по всей форме мы носим маски сейчас мы приобрели плюс еще щитки и они в масках и в щитках при необходимости есть все укладки и костюмы в приемных отделениях. И каждой женщине, которая приходит к нам, обращается, мы проводим экспресс-тест на ковид. Надо сказать, что экспресс-тесты очень показательны. Они действительно работают. Мы собираем так называемый анамнез или расспрашиваем женщину все-таки, что было накануне, болеет ли кто-то из знакомых, друзей. То есть мы выясняем вот такую вот эпид-ситуацию, которая могла бы нам помочь. Надо сказать, что есть такие люди, которые скрывают информацию. Почему это так? Не знаю. Ведь, в принципе, угроза может быть не только для персонала, но и для тех женщин, среди которых она будет находиться. Но вместе с тем нужно сказать, что такие женщины есть. Мы делаем тесты, и если тест положительный, мы переправляем такую женщину во второй родильный дом, который работает и принимает женщин с ковидом. Если женщина поступает в такой же ситуации, но уже в потужном периоде, и нам ее, мы ее не можем отправить, у нас есть все возможности ее изолировать, и она находится отдельно, она рожает в отдельном блоке, она находится потом там с ребенком, и по истечении определенного времени она выписывается. Чи, можлива, передача вирусу от матери до дитины, если мать хворит на ну, Мы знаем, что у нас в Одессе был такой случай, когда ребенок, новорожденный, был болен коронавирусом. Но вместе с тем никаких последствий не было. То есть новорожденные дети переносят это... Видимо, вот так вот, что э, легко. А как щодо грудного вскармливания? Э, Можем может мать э, ну, э, противопоказания для грудного вскармливания? Нет. То есть женщина, которая болеет коронавирусом, если она состояние. Вы же, мы же прекрасно понимаем, что состояние человека, который болен коронавирусом, может быть разное. Может быть кислорода зависим. Мы говорим сейчас о легких состояниях, да. Есть же такие, когда ну, некоторые симптомы, даже температура не повышается и так далее. Только можно говорить о том, что там нюх, ну, запахи человек не ощущает и так далее. Если состояние женщины позволяет, она кормит ребенка. Если же нет, безусловно, ребенок находится Рядом с мамой, но мы его кормим, у нас в родильных домах есть чем кормить, когда. И просто есть категория женщин, которые отказываются кормить. Поэтому всегда есть для кормления смеси. Как угу. в общем COVID-19 влияет на вагитных женщин? Или никаких... Влияет. Безусловно, он как любое заболевание вирусное, он, безусловно, оказывает свое воздействие. И мы это очень хорошо видим, потому что когда женщина, которая переболела коронавирусом, даже в легкой форме, у нее беременность протекает не гладко, и бывают отслойки потом, уже позже, да, во время, вот я оперировала женщину, которая, которая переболела коронавирусом за месяц до вот нашей операции. Я увидела в брюшной полости, что есть элементы воспалительного процесса. То есть, безусловно, мы прекрасно понимаем, что коронавирус ⁇ это вирус, который влияет на метаболические процессы в организме человека и женщины тоже и поражает и печень, у кого поджелудочную железу, почки. То есть он избирательно, где есть больное или, скажем, если человек страдает какими-то хроническими заболеваниями. Что касается э, конкретной беременности, то инфицирование может произойти как вирусной, любой вирусной инфекции, когда женщина болеет, допустим, гриппом и так далее. А как еще до малюка? чи никаких... Нет, мы э, вот... У нас мы год находимся в этой ситуации, да, вот mm -hmm. с марта месяца. Но ну, вы прекрасно знаете, что в городе не было ни одной смерти новорожденного ребенка. Но у нас достаточно много женщин рожают во время э, заболевания коронавирусом и э, находятся в состоянии беременности, болея. Вот. Но вместе с тем э, таких э, конкретных указаний, что может... То есть, безусловно, наука изучает сейчас это. И это будет уже результатом, э, результатом определенных научных работ. Но э, скажу вам, что беременные женщины переносят также, бывает легко и также тяжело как не беременные люди. То есть все зависит от иммунитета, от сопротивляемости организма, от готовности организма бороться с инфекцией. Как щодо до партнерских пологов? Чи немає яких заборон, тому що все ж таки у нас червона зона зараз? Ну, вы понимаете, безусловно, настолько еще там, 5 лет назад... Партнерские роды были диковинкой, и очень редко кто хотел присутствовать. Сейчас это достаточно. Я не могу сказать, что это модно. Не потому, что это модно, а потому, что, наверное, это правильно, чтобы будущий отец был рядом. И, и видел и понимал весь тот процесс сложный, который лежит на плечах у каждой женщины и она должна сделать эту работу. Она должна через это пройти, через эти испытания, через вот, боли через, ну, хотя сейчас уже о боли мы говорим реже и реже, потому что все рожают под обезболиванием и мы стараемся таким образом провести роды, чтобы у женщины остались э, хорошие воспоминания об этом. Поэтому партнерские роды мы приветствуем. И действительно, даже находясь в красной зоне, мы можем разрешать при условии, что за 42 часа сделан ПЦР-тест. Более того, мы опять делаем экспресс-тест мужу беременной. И они находятся в отдельном помещении, в отдельном родильном зале, и после того, как происходят роды, муж уходит. Он находится в маске, он находится в, он, в, в одежде, мы предоставляем ему одежду, маску, и, естественно, следим за тем, он никуда не выходит из этой комнаты. То есть мы абсолютно э, оберегаем всех присутствующих, э, хотя знаем, что этот человек не болен, потому что он обследован. А як проходять пологи у жінки, у майбутньої мати, яка хворіє на коронавірус в даний момент, коли вона народжує? Чи є якісь особливості? Ну, особливості немає, ведь ми говоримо про о состоянии этой женщины. Все зависит от... У нас рожали женщины с коронавирусом, потому что поступали уже на последних этапах родов и, и рожали. Не могу вам сказать, что самое главное, чтобы не было эм, дыхательной недостаточности, чтобы сатурация была, если, чтобы не было пневмонии, если эти, эти моменты присутствуют, то, конечно, такая женщина находится после родов в интенсивной палате, она, опять же, изолирована, возле нее работает отдельная анестезистка, отдельный врач, который следит за ее состоянием. И если ее состояние нарушается, мы переводим таких женщин в областной перинатальный центр для долечивания. Мы не можем их оставлять в родильном доме. Если состояние женщины стабильное, она, она у нас долечивается и уходит, не долечивается, а находится 3-4 дня, как положено, с ребенком. Если состояние позволяет, мы ее отпускаем домой. Если нет, то переводим в перинатальный центр областного родильного дома. Это по приказу, и это правильно, там многопрофильная больница, там возможности дообследовать, консультации смежных специалистов. В общем, все то, что может позволить не допустить каких-либо недочетов у данной больной. А как еще до лекарев? все сгодны принимать пологи у коронавирусной маты? Чи таких У нас нет проблем? таких, которые, которые бы отказывались. Это невозможно. Вы понимаете, ну, на такого человека вот, коллеги не будут смотреть позитивно. У нас ведь, вы понимаете, мы работаем не только с коронавирусом, мы работаем вич-инфекцией. Значит, что доктор э, скажет: я не буду принимать роды, потому что эта женщина вич-инфицированная, я не буду ее оперировать, потому что я могу уколоться. У нас достаточно много женщин вич-инфицированных. И мы прекрасно понимаем, что ВИЧ-инфекция передается во время операции, можно уколоться, во время родов, когда ты ушиваешь, тоже можно уколоться. Гепатит С, который передается таким точным образом, является очень грозным заболеванием. Поэтому мы говорим о коронавирусе как о очередной инфекции, с которой нам приходится работать. Но нам приходится работать, и это наша жизнь мы, мы так живем и легко не просим. А, какие порады вы можете дать будущим мамам? И в плане в плане сегодняшней э, ситуации, локдауна и все конечно, я призываю всегда и прошу не ходите лишний раз в места скопления. Я не говорю даже о концертах или каких то Это касается магазинов. Больших магазинов, продуктовых, магазинов, которые там типа хозяйственных магазинов ну, понять можно э, женщину, которая, которая готовится стать мамой, но берегите себя. И, конечно же, старайтесь все-таки э, объяснить это своим, своим домочадцам. Или же ваши близкие, родные должны объяснить вам, нужно беречь друг друга. Каким образом мы заражаемся, трудно сказать. Потому что вроде человек бережется и носит маску и болеет. Как этот вирус проникает и как все-таки все мы его да, ловим, до сих пор непонятно. Можно в доме болеет один человек и больше никто не болеет. А бывает так, что один человек заболел и болеют все. Болеют дети? Да, меньше, но болеют. Поэтому, если в доме есть беременная девочка, всегда старайтесь беречь себя тоже, потому что ваше здоровье ⁇ это залог здоровья вашего любимого человечка, еще более любимого, который будет появляться на свет. Дякую вам. Я нагадаю, сьогодні ми говорили в нашій студії про пологові будинки та як вони працюють під час червоної зони. До нашої студії сьогодні завітала депутатка міської ради та головна лікарка пологового будинку номер 1 Ірина Головтюк із В студії була Кристина Черновалова. До нових ефірів та гарного вам вечора.